И одна физик из НАСА, это как устроена Вселенная в фильме, значит, рассказывает, что я как-то рассыплюсь. Я вообще-то был удивлен, и она как-то плакала. Но мы, христиане, веруем, что мы имеем вернейшее слово. Ученые, как сказать, не до конца все знают и ошибаются. И то есть и мы, истинные христиане, с радостью встречают Дня Воскресения. Дня Вознесения Церкви, значит, Дня Воскресения умерших истинных христиан. Так что я радуюсь, что многие из нас вселенские звездные создания изумляют изумления свои, возносят мысли над суетой земною, уносят в измерение высот. Блестеет миру все, и звезды небо, и слеет и материя везде, и данный мир весь без нужды, и явится небесный мир иной. Предстанем в нем все прицеленным, и истинно любовь весит здесь, и воссияет царственной звездой святые.